Все дело в том, что жизнь каждого человека лежит в зоне какого-то такого диспропорционального, такого аноморфотного видоизменения, существует, в рамках которого человек живет, и в процессе этой жизни меняется. И в каждом из нас много личностей, сущностей, эти сущности и личности объединяются в общем эйдосе, как-то так сливаются, и в результате человека практически не узнать. Об искусстве. Извините.